Здравствуйте, с вами передача «Умнее в минус 2». И мы находимся на вечеринке «Мужчина года». Пойдемте. Здравствуйте. Здрасте. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Давай. Для чего люди потеют? Чтобы охолоджать тело. Назовите главный законодательный орган Украины. Верховная Рада. Я, кстати, могу и свой главный орган сказать. Не надо. Скажи столицу Исландии. Рейкьявик. Откуда ты все это знаешь? Ну я что, в школе не учился, тишу. А давай теперь я. Зимой и летом одним цветом. Ну елка. Неправильно. Это елочка после солярия.